Пенсионное обеспечение в России носит обязательный характер и распространяется на всех работающих граждан. Взносы на пенсию за своих работников перечисляют работодатели, но при этом существует возможность, когда человек сам может делать взносы в пенсионный фонд. Например, когда он работает за границей, но хочет, чтобы пенсия в России продолжала формироваться, или чтобы формировать пенсию близкого человека, который нигде не работает, или человек сам находится в статусе самозанятого. Чтобы уплачивать взносы за себя, необходимо подать заявление в фонд, зарегистрировавшись таким образом в качестве плательщика. Деньги перечисляются через банк по реквизитам, которые можно сформировать с помощью электронного сервиса. В этом году минимальный платеж составляет 33 770 рублей, максимальный платеж – 270 тысяч. При этом можно сразу внести всю сумму, либо платить частями в течение года. За год уплаты взносов начисляются пенсионные коэффициенты, а также это время входит в стаж. При минимальном платеже начисляется 1,4 коэффициента, при максимальном 8,38.